правильном направлении хотят двигаться и екатеринбургские велосипедисты. Байкеры сегодня попросили городские власти проложить в новом Екатерининском парке, это бывший парк коммунаров, велодорожки. Мол, с ними проще разрулить движение в пешеходной зоне. Во-первых, освещение. Во-вторых, отсутствие ступенек и наличие пандусов. Как для маломобильных групп, для мамочек с колясками, для велосипедистов. Ну, естественно, эти потоки нужно разделять как раз-таки, чтобы не было конфликта интересов на дороге. Пока же в парке байкеры стараются не гонять. Из-за ям недолго и колеса лишится. Да и места маловато. После реконструкции, обещают проектировщики, велосипедистам будет где развернуться. Екатерининский объединит парки коммунаров и 22-го партсъезда. Если пожелания любителей двухколесного транспорта учтут, здесь появится отдельная освещенная трасса с небольшими подъемами и спусками. Ее отгородят от тротуаров бордюрами и газоном. Поэтому велосипедисты и пешеходы мешать друг другу не будут.